Счастливые лица и звонкий смех – самый любимый детский праздник, не обходится без его главных героев – Деда Мороза и Снегурочки. В этом году ребятню села Татищево Переволоцкого района приехали поздравить и газовики. Кстати, и сам праздник прошел на площадке спортивного комплекса, построенного на средства компании «Газпромдобыча Оренбург». Совсем, как говорится, недавно открыли культурно-спортивный комплекс, в котором проводим активно мероприятия не только спортивной направленности, но и другой, так скажем. Ну и накануне Нового года вот очередное совместное мероприятие. И, конечно же, мы признательны нашему депутату законодательного собрания Сергею Ивановичу Иванову и всему коллективу. На празднике представители общества «Газпромдобыча Оренбург» вручили воспитанникам Татищевской школы сладкие подарки и спортивный инвентарь, теннисный стол, гимнастические маты и 20 лыжных комплектов. Так что наступающий Новый год и зимние каникулы у ребят будут по-настоящему нескучными. Каждый год и в садике, и в школе отлично всегда праздники проходят. Хорошо. Очень хорошие. Спасибо «Газпрому». Они нас задарили. В 2013 году по программе «Газпром детям» в Переволоцком районе построены 8 многофункциональных кортов и 18 детских игровых площадок. А общий объем благотворительной помощи муниципалитету за 2 года составил свыше 50 миллионов рублей. В этом году предприятием «Газпромдобыча Оренбург» организована раздача детям многодетных семей, малообеспеченных, всего порядка 9 тысяч подарков. Это по Оренбургскому, Переволоцкому району, городу Оренбургу, ну и по детским домам Оренбургского региона. Так что новогодние чудеса от газовиков продолжаются, и своим подарком порадуются еще сотни малышей Оренбуржья. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время.